от скученных сампашей, смертельно уставшие. Две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойди посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы камагридеше, намылились в город, у нас ведь тоска. Ах, гнусные бабы, да взяли хотя бы с собой меня, старика. Ругая друг дружку, взошли на опушку. Навстречу попался им враг-вурдалак. Он скверно ругался, он к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро, под видом туристов поели, попили в кафе Гранд-отель, но леший поганил своими ногами, и их попросили отель. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою, и ведьмы пошлялись, и тоже смотались, освоившись в этим раю. Но наверняка ведь пельстили бега ведьм, там много орут и азарт на бегах, и там проиграли ни много ни мало 3000 в новых деньгах. Намокший, поблекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал стучаться: где друг, домочадцы? А те отвечают: запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на софе. Забывши про ведьм, мы по лесу едем, и лес перед нами в какой-то красе, оставив на нас, улюлюкают ведьмы, сокрывшись в кустах у шоссе.